Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Другой мир, войны крови. Воительница-вампир Селена вступает в свой последний решающий бой между оборотнями и кланом вампиров, который предал ее. «Хватай и беги». Сюжет расскажет о группе учеников старших классов, атакованных зомби, пока ничего необычного. Однако в то время как школьники спасаются бегством, зомби подвергаются нападению вампиров. Все становится еще веселее, когда на Землю высаживаются инопланетяне. Теперь школьникам придется объединиться с зомби и вампирами, чтобы остановить вторжение на нашу планету. Академия вампиров. Мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И почти никто не знает, что в мире идут кровавые вампирские войны, и расе мароев противостоит жестокое племя стригоев, вампиров, приступивших черту закона и не гнушащихся убийством. Даже стены академии, святая святых науки, не слишком надежная защита от происков темных сил. Юная моройская принцесса Лиса и Роза, ее подруга и верный страж, однажды убеждаются в этом, оказавшись в эпицентре грозных событий.
«Вкус ночи» 2010 года. Лина – трудный подросток, она не находит общего языка с родителями и сверстниками, промышляет мелким воровством. Однажды, пробравшись на закрытую вечеринку, она знакомится с богатой и эффектной Луизой, вампиром, главенствующим в трио себе подобных существ, куда также входят бесшабашная Нора и томная Шарлотта. Луиза решает приобщить закомплексованную и зажатую девушку к своей банде. Теперь Лине суждено познать блеск и проклятие вечной жизни неупокоенных. Перед ней открываются все двери в мир гламура и беспредельной свободы. И с каждой ночью ее новые подруги становятся все ненасытнее, а число жертв вурдалаков безудержно растет. Но когда за расследование их преступлений берется давний знакомый Лины, молодой полицейский Том Сернер, приходит пора платить по счетам. «Впусти меня» – сага 2010 года. Действие фильма разворачивается в заснеженном пригороде Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик-изгой Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, но он даже не догадывается, что его первая любовь – невинная соседская девчонка, на самом деле – вампирша. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!